Ведь старики, дети, женщины, как все, они же
Самое большое значение, уважаемые братья и бабушки, самое большое значение он придавал Риму. Он старался в каждом населенном пункте организовать университет. Из общей картины и проектировал для сохранения Риму и бабушки, для мутаримян, для алимян, для нагрессов, он делал большие расходы именно для Рима. Даже одаренных он освобождал от золота и отправил их учить Риму. Если сравнить уровень грамотности до золота времена Шамиля в Александре и после золота, они удивлялись, как это он испытывает недостаток
приходит обвинитель во все сожжения. Русские генералы сильно удивлялись. Вот меня перед нами, он боялся от него, боялся от любовь. Царские войска потеряли 33 тысячи солдат. Это только сожжение за Ахунго. 33 тысячи солдат, когда имам Шамиль потерял только более 30 миллионов. Сравните, 30 миллионов и 33 тысячи солдат. Даже был один день, бояться Ахунго было убито 5 тысячи солдат, царских солдат. Даже был один случай, когда Егория обратились только один генерал с двумя солдатами. Но, как мы знаем, вот последние годы Азовата имам Шамиль был сильно огорчен, и он был в состоянии отчаяния из-за того, что даже преданные ему люди его теряли. Его бросили, оставляли, или же переходили на сторону царских войск, или же бросали имама Шамиля. Из-за этого имам Шамиль, конечно, был сильно огорчен. И вот в таком состоянии отчаяния, вот те слова, которые имам Шамиль сказал, эти слова имама Шафии, вот перевод этих слов, имам Шамиль, конечно, сказал эти слова по-арабски, они звучат как стихотворный ход, как назву. Те, кто обязались защищать меня, союзниками стали мне другом внезапно. И следует тех, кому светило доверял, прозвивший грудь мою, вернулись грудь обратно. Вот в состоянии отчаяния вот эти слова даже сказал имам Шамиль. Вот как говорят, вот некоторые утверждают, вот что, мол, все мы понимаем, вот имам Шамиль, вот вел сожжение Азовата, Джихада, Мухи, Аллаха. Но вот одно мы не понимаем, что почему он в конце вот сдался русским вот, царю, вот сдался ему в плен. Вот такой вопрос задают вот, некоторые. На самом деле, уважаемые братья, вот на самом деле, никакого пленения имама Шамиля там не было. Такого и быть не могло, что имам Шамиль обязательно мужчин. Очень богобоязненный человек, великий Али, очень мудрый человек, что он вел Азовата 25 лет, что столько людей, столько мирил, он потерял своих близких, своих друзей, и в конце, что он сдался в плен, это, конечно, это абсурд, такого быть не может. Повторяется мы вот это доказать. Вот был такой секретарь имама Шамиля, великий Али Мухаммад Али Аль-Харахи. Мухаммад Али Аль-Харахи даже говорят, что в те времена имам Шамиль назначил его муфтием. Вот Мухаммад Али Аль-Харахи пишет, и в последний час на горе Муни имам Шамиль умолял своих друзей и вместе и подходил к каждому по отдельности, и имам Шамиль умолял их посильно, чтобы они воевали и сражались до конца. Это наоборот, имам Шамиль хотел сражаться до конца, до смерти Шахида. Те, кто были с ним, его, в том числе его сын, его друзья, его близкие, его наивные, вот они отказались сражаться до конца. Они наоборот, они говорили имаму, они уговаривали его, чтобы он вышел к русским, чтобы он принял предложение его царя и чтобы он заключил мирный договор. И на основании вот этого договора, чтобы было прекращено вот этот Азоват, Джихад. Как оно и было? На самом деле, имам Шамиль, он вышел к русским, заключил с ними мирный договор, поставил перед ними определенные условия, а русские приняли условия имама Шамиля, и вот на основании этого мирного договора было прекращено Азовата, Джихад, вот на этом остановился.
тот момент рядом с ним находились. Юнусские цветы. Вот эти отмены тоже будут на обещан разговор. Если они были пленниками, на них вы никогда не оставили работу. Ни в коем случае. Это одно. Во-вторых, мы знаем, пленник, он не имеет права выставлять какие-либо условия перед своими противниками. А имам Шамиль, мы знаем, он поставил определенные условия, сказал, что только лишь после того, как вы примете мои условия, мы прекратим войну. Русский царь принял условия имама Шамиля, и какие были эти условия? Во-первых, не препятствовать исламу на Кавказе или частности в Афганистане. Не препятствовать исламу. Второе условие. Не распространять христианство на Кавказе. Вот это условие они тоже приняли. Не разграничать, не открывать публичные дома и тому подобное на Кавказе и частности в Афганистане. Тоже они приняли это условие. Не сравнивать нации друг с другом. Это условие тоже неприемлемо. И не призывать горцев служить в армии России. Не призывать молодежь Кавказа и Афганистана служить в армии России. Это условие тоже принял русский царь. И ко мне еще несколько еще условий. И вот эти условия приняли и войне поставили конец. И вот из этого даже я понятно, что никакого тренения имама Шамиля там не было. Вот 25 лет моего с неверными.
Христу, обнажил свое тело и показал свое обнажение тела турецкому хану. И турецкий хан Абдул-Азиз нацелил его на шмеля от поясницы на верхней части. Он посчитал нацелил его на шмеля более 40 ран. Более 40 ран. Когда он заплакал, поцеловал тело на его шмеля, показал ему свой тон и сказал, что ты достоин вот этих увечий. Но имам Шами, конечно, он отказался. Турки однажды его спросили, имам Шами спросили, о чем ты больше всего сожалеешь, имам Шами? Он сказал, больше всего я сожалею о тех храбрецах, о тех героях, которые остались здесь, на горах Кавказа, Дагестана, которые каждый из них был, который каждый из них стоил целого войска в бою, который каждый из них был достоин целого войска врага в сожалении. Вот так ответили имам Шами на этот вопрос. Здесь мы остановимся, иншаллах, в следующий урок продолжим рассказ о имаме Шами. Потому что, уважаемые братья, столько на самом деле имам Шами никаких, кроме сохранения ислама, больше никаких корыстных целей у него не было, у имама Шами. Целью Аллаха было сохранение ислама, чтобы мы с вами вот сегодня смогли вот собраться, делать на действие, вот как молиться, чтобы мы с вами остались мусульманами. И поэтому не знать суть Аллаха имама Шамиля, истинно не знать об имаме Шамиле, это, конечно, с нашей стороны, это большая ошибка. Поэтому, иншаллах, на следующий, мы узнали тоже продолжим.